Здравствуйте, мои хорошие! Снова с вами магазин Лючи Друз «Серебряные украшения». Сегодня у нас тема такая: браслет, кольцо и серьги. Очень много женщин, которые любят гарнитуры, и не всегда есть такая возможность, как бы, да, либо купить сразу все вместе, и материальная часть здесь присутствует, и фактическая, когда бывает, что нет всего сразу. Поэтому сегодня мы вам похвастаемся теми гарнитурами, которые у нас есть в наличии, и покажем те, которые мы докомплектовали из украшений разных заводов. Начнем мы с готового гарнитура, который выпускает завод Вега. Посмотрите, какая красота. У нас здесь прям с вами идет эклектика, то есть разные по форме и цвету камушки, да, фактурное серебро, весь браслет такой, видите, каркасный, частично каркасный, он из таких элементов скругленных состоит. Замочек у нас обыкновенный складной, причем здесь только один вариант размера. По посадке прекрасно, вообще Вега всегда прекрасно садится, а тут уж сам Бог, как говорится, велел, да, так мило он обнимает женскую руку. И посмотрите, перстень, опять же, у нас здесь сочетается и геометрия, и вот такие кружочки немножко во флористику уходят, да, разные по огранке камни. Артикул на сайте 40-25, и у нас здесь стоит кварц искусственный в цвете родолит и в цвете султанит. 20 размер, я примерю на 19,5, прямо хорошо мне сел, посмотрите, прям занимает практически фалангу. Серьги здесь тоже такие огромные, да, подвесная нижняя часть. Замочек, смотрите, тыльная сторона швензы немного приподнята. Длина крючка где-то, ну, 7-8 миллиметров. Я думаю, что на плотную мочку уха тоже хорошо сядут, так как по весу они, конечно, ну, такие значительные, скажем так. Получается у них вес 24,8-25 грамм, то есть 12,5 на ушко, при условии, что они еще вот нижняя часть подвижна. И посмотрите, какая красота получается. Прям такой яркий, очень активный комплект. И, наверное, он требует к себе очень спокойного, такого ровного наряда. Да, очень в каких-то спокойных цветах и в спокойном исполнении, без всяких как бы декоративных элементов. И тогда он будет очень выигрышно смотреться и дополнять, скажем так, немножко такой аскетичный костюм. Дальше мы взяли тоже, давно мы не получали это украшение, опять же, красавица Вега, вот такая вот этника с лаконичностью, да, как бы гладкое серебро, несколько микс фианитов цветных, частично каркасный браслет, опять же, боковые элементы у нас, видите, изогнуты под женскую руку. Здесь есть приятный элемент, что есть удлинитель, то есть вы можете отрегулировать, либо у вас браслетик садится очень плотно, да, вот как в этой ситуации, либо посвободнее, да, для тех, кто любит там повыше носить или вообще, чтобы они спускались. И изначально заводно выпускается браслет, серьги и подвеска. Серьги у нас, видите, ровно такой же узор, как на браслете, немножко они поменьше и на английской петельке. Но получается, что вроде бы чего-то в этом комплекте не хватает, да, хочется колечко, да, ну вот так. Вот. И мы посчитали, что можно выйти из положения. Прекрасный вариант, причем по цвету, видите, идеально совершенно подходит. Кольцо Trinity завода Fit. Они у нас есть из трех колечек, есть из пяти. Сейчас я все это примерю. Мы взяли такой вариант, как из пяти колечек. И мне кажется, прям, знаете, такое очень удачное сочетание, когда не получается, что вы перегружены украшениями, но в то же время как бы все заполнено. Посмотрите, как хорошо здесь писалось колечко. Если вы не любите такие широкие, да, из пяти, можно взять из трех. Мне кажется, прям великолепный вариант, когда вы можете к своим украшениям добавить. Обратите внимание вообще на эти серьги, ой, на эти кольца Trinity. Они такая вот лаконичная модель, когда несколько обручалок, свиты, скреплены, так сказать, в одно. И еще, мне кажется, очень хороший релакс, когда ты сидишь и вот так вот медитируешь. Так что вот такой вариант. Дальше мы смотрим, опять же, комплект, который изначально пришел с завода. Артикул на сайте... А, предыдущий не посмотрели, артикул 354. Артикул на сайте 31-38. Здесь у нас также браслет частично каркасный. Также есть, видите, удлинитель, цепочка. И боковые вставочки. Посмотрите, какой интересный здесь орнамент идет. Плюс цветные фианиты вставлены. Опять же, такая эклектика. Крупные камни, нитка цветных фианитов, геометрия, да. Вот такое фактурное серебро. То есть, такое, казалось бы, несочетаемые вещи, которые складываются в такое вот прекрасное украшение. Очень насыщенные здесь цвета. У нас стоит цвет родонита и цвет танзанита. Это, конечно, выращенные камни, кварцы. Да, родонит и танзанит. Все правильно.
И смотрите, к нему есть родной комплект. То есть идеально подходит по узорам, по камням. Артикул на сайте 31-38, колечко 17,5. И у сережек вот такой опять английский замочек, который, как правило, садится на любой прокол. И по весу у нас... сережки... Ой, господи, что ж такое убегает все время... 15,58, то есть 8 грамм на ушко. Вот посмотрите, какая красота. Причем вот этот браслет, да, можно взять, например, у нас продаются комплекты, когда есть один квадратный камушек, это у нас элегант комплект, кредо. Если подобрать цвет танзанита, то есть выходной вариант и есть более спокойный. Также, так что тоже можно прекрасно миксовать. Еще один более такой рабочий комплект мы дальше посмотрим с вами. Называется он Меканос. Артикул на сайте 409. Здесь у нас кварц, выращенный турмалин. Посмотрите, какая интересная в форме ромба форма у кварца, да? Опять же, видите, все серебро такое фактурное, с узором. Оно скорее даже узорное, а не фактурное, потому что здесь ну, такие насквозь прорезанные элементы. Значит, замочек обыкновенный, складной. Немножко этот браслет напоминает часы. Кто не любит носить часы, а вот вместо часов такой браслетик, мне кажется, тоже очень эффектно в рабочей обстановке смотрится. И к нему есть родной перстень. Это прям перстень, причем такой брутальный, немножко напоминает мужскую печатку. Так, 18,5. Будем мерить по размеру. 18,5. Сел мне на 18,5 прям совершенно четко. Сережки здесь не длинные, но достаточно крупные. Опять же, прокол на мочке будет прикрыт серебряным элементом. И с тыльной стороны швензы немножко приподнято, чтобы нивелировать вес сережек. Вес у них 19 грамм. То есть практически 9,5 грамм на ушко у вас будет нагрузка. Достаточно широко открывается, а игла садится четко рядом с проколом. То есть здесь мы можем говорить о посадке на все-таки среднюю и плотную мочку уха. Да? Вы посмотрите, как красиво смотрится весь комплект. Мне кажется, за счет темного цвета и такой вот, ну, скажем, немножко такой брутальной все-таки обработки, да, мне кажется, это все-таки мы говорим про рабочие гарнитуры. Вот. А дальше у нас сама элегантность. Комплект у нас называется «Леди». Сейчас мы с вами посмотрим. Посмотрите, какое интересное колечко. Достаточно высокое оно в посадке. Оно имеет асимметрию. С одной стороны у нас вот такая нитка фианитов, как будто придерживает камушек. А здесь просто идет гладкое серебро. Артикул на сайте 22-67. Размер кольца 18, но за счет широкой шинки, я думаю, что да, 18,5. Посмотрите, как эффектно смотрится. Причем можно... Ну, как бы в зависимости от того, где вам хочется, чтобы была видна эта нитка, поменять колечко. У сережек у нас два подвижных подвижных элемента, но вообще три относительно друг друга подвижных элемента. И посмотрите, при том, что здесь нет огромного какого-то навязчивого узора, да, вот такие вот инкрустации, редкая такая, маленькими фианитами, дают дополнительный такой живой блеск. Да, то есть не так сильно они бросаются в глаза, и не обязательно относить это украшение к вечерним. Видите, маленькие, редкие, но дают такой эффект. Тыльная сторона швензы достаточно высоко приподнята, что дает возможность сережкам, опять же, не заваливаться и держаться правильно по центру. Посмотрите, как красиво они смотрятся, и когда мы идем, начинается вот это вот движение. И к ним мы подобрали вот такой браслет, который, в принципе, может быть дополнением вообще к любой цепочке, да. За счет того, что огранка фианитов у нас одинаковые квадратики, мне кажется, очень органично он смотрится, и за счет цвета он может поработать у вас как в рабочей обстановке, так и в вечерней, то есть он такой вот прям многогранный. Опять же, здесь у нас фианиты сочетаются с обычным серебром по форме. Застежка идет на... Что у нас здесь? У нас здесь складной замочек, который немножко другой... Сейчас я возьму так. Немножко другой конструкции. Вот видите, он раскрывается такой, как с двухстороннее раскрытие, и затем защелкивается. Тоже очень удобно такие замки одевать. Их, в принципе, и самой достаточно легко можно надеть. Даже вот так, наверное, у меня получится. Я хотела сразу все показать, не получается. Смотрите, вот такая вот классика в лучшем ее виде. Так что смотрите, подбирайте, дорабатывайте свои комплекты, которые у вас уже есть. Приходите к нам с ними, а мы поможем подобрать и дополнить их до полного гарнитура, чтобы когда вы одеваетесь, они у вас не скучали. Так что всего хорошего, и мы, конечно, ждем вас в нашем магазине. До свидания.